Игорь, ну, поздравляю с переходом с Salati Life. Как вообще произошел этот переход? Ну, так получилось, что по обоюдному соглашению расторг я контракт с ЦСКА, и через буквально там несколько дней договорились с Салаватом о переходе, и так получилось, что я перешел. Это инициатива была Salati Life, или ты сам искал клуб? Ну, это, наверное, общая инициатива, и, естественно, мне хотелось выступать за хороший клуб, за топ-клуб, и поэтому мне очень приятно оказаться здесь. А предсезонка вся была пройдена сейчас вместе с ЦСКА, вот уже первые тренировки с Салаватом Юлаевым. Большая разница вообще? Ну, разные команды, конечно, может быть, по разнице, разница есть небольшая. Я только провел одну тренировку, в принципе, я Игорь Владимирович знаю по СКА, поэтому для меня ничего нового здесь, в принципе, нет. Но разница существует, да, там может быть другая чуть-чуть тактика. У каждой команды свой стиль, поэтому здесь не должно быть у всех одинаково. Что тренеры говорят, чего ждут они в игре от вас? Посмотрим. Сейчас завтра начнется чемпионат. Скажут все еще, расскажут. Что, я думаю, они знают мои возможности, и Владимир знает, поэтому знает, как использовать. Поэтому буду делать то, что будет требоваться от меня. Первый матч с Северсталью уже готовы сыграть? Да, если успеют зарегистрировать, то готов.